Две золотые награды на счету Александры Красиной в прыжках в длину и тройном прыжке. Золотыми дублями отметились также Даниил и Захар Соболевы в беге на 60 и 1500 метров соответственно. Бронза в беге на 400 метров среди мужчин на счету Леонида Карасева. Илья Иванюк с результатом 2 метра 18 сантиметров стал лучшим в секторе для прыжков в высоту. Наш известный легкоатлет спустя несколько дней успел попасть на пьедестал почета еще одного престижного турнира. Илья Иванюк стал бронзовым призером мемориала Лукашевича и Середкина, который проходил в Челябинске. Соревнования по составу участников стали своеобразной реконструкцией финала чемпионата мира 2019 года. Только вместо Мутаза Баршима выступил Даниил Цыплаков. Лучшим в итоге стал Михаил Акименко. Цыплаков второй, замкнул тройку призеров спортсмен Центра спортивной подготовки Брянской области Илья Иванюк с результатом 2 метра 23 сантиметра. Дмитрий Кузнецов специально для программы «События».